Было интересно, поскольку у меня два языка, и было интересно поработать именно с иностранными болельщиками. И в итоге это превратилось в долгосрочное, обоюдолюбезное сотрудничество. Мои ожидания оправдались в много раз больше, чем я думала. Мне очень нравится атмосфера на стадионе. Я очень люблю наших болельщиков. Ну, надеюсь, все будет хорошо, без всяких конфузов. То есть хочу быть частью команды. Я сюда пришла, ну, сначала ради интереса, а потом мне вот первый матч, второй понравился. И я уже как бы решила, что я часть команды, я уже должна быть. И вообще мне спорт сам по себе интересен. Я очень рад, что я все-таки сделал такой шаг, пошел работать в Стюарта. Мне очень интересно. Это, конечно, интерес. Интерес общения с этими людьми, интерес общения с коллегами. И, безусловно, каждый матч – это что-то интересное, и это событие. Любой, кто хоть раз был на стадионе Петровский, обязательно видел этих людей в ярких жилетах с надписью на спине «Стюарт». Именно они принимают участие в главных футбольных матчах города. Мы расскажем вам о том, что дает этим ребятам работа стюарда и как она важна для организации спортивно-массовых мероприятий. Стюарт – неотъемлемый участник футбольного матча, основная задача которого – сделать так, чтобы гости на стадионе чувствовали себя не только безопасно, но и комфортно. Именно он, стюарт – главное звено в системе безопасности любой спортивной арены. 23. Нет. Краснодар. 20 номер. Когда в России в 2014 году еще только начали обсуждать закон об обеспечении безопасности на спортивно-массовых мероприятиях, петербургский «Зенит» уже давно изучил зарубежный опыт. Клубная школа стюардов «Зенита» открылась еще в 2013-м. Были две причины, которые подтолкнули нас к реализации этой идеи. Первое – это то, что на территории Санкт-Петербурга строится достаточно современный новый стадион, который будет принимать гостей на чемпионате мира 2018 года. И вторая причина – это достаточно большая практика участия нашего клуба в международных матчах, в первую очередь Лиги чемпионов. И наши поездки в различные страны заставили нас задуматься о том, кто же должен обеспечивать безопасность на футбольных матчах на новых стадионах. Жесткий отбор соискателей для обучения проводила служба безопасности. В большинстве своем распорядители – это студенты в возрасте до 27 лет. Большинство из них имеют и основное место работы. Но быть стюардом для них – значит проявить свой энтузиазм и готовность помочь тем, кто рядом. Например, Александр Ильганаев занимается этим совсем недавно. Мужчине 45, и вообще-то он работает начальником высокоскоростного поезда. Много раз был на стадионе, все это виделось со стороны болельщика. Всегда хотелось с другой стороны посмотреть, со стороны клуба. Но вот сейчас предоставилась такая возможность. Ну, всю жизнь практически сознательную работаю с людьми, тоже в разных ситуациях, и, возможно, это пригодится опыт здесь. Перед тем, как допустить стюардов до работы на стадионе, их обучили специальным навыкам. Донесли информацию об истории фанатского движения и рассказали о существующей законодательной базе, которой они должны руководствоваться в своей работе. Стюард – это прежде всего коммуникатор, который должен быть ответственным и уметь работать в команде. Ведь взаимодействие с коллегами является одним из основных факторов успеха. Очень важно уметь находить общий язык и со зрителями, а также решать конфликты еще на начальной стадии. Для всего этого проводились собеседования, обучение и отбор лучших кандидатов. В первую очередь мы обратили внимание на умение людей разговаривать с людьми, которыми являются наши болельщики. Не просто разговаривать, но и слышать этих людей. Потому что каждый человек приходит с различным настроением на футбольный матч. И наша задача – обеспечить наиболее комфортные условия нахождения наших болельщиков на стадионе. Да, 19 ряд. Там сверху, да? Да, по диагонали. Обязательно бы сам рассаживался или можно и так? Для стюарда очень важны не только профессиональные и физические данные, но и личностные, человеческие и душевные качества. Нужно быть не только профессионально подготовленным всесторонне, но и уметь себя вести приветливо и корректно в любой ситуации. Важно, чтобы стюард был сострадательным, порядочным и добрым человеком. Только так он сможет быть лицом и душой стадиона для многочисленных участников и гостей мероприятия. Важнейшая обязанность стюарда – следить за общественным порядком и своевременно пресекать любые правонарушения, а также не допускать появления на поле посторонних лиц или попыток что-нибудь бросить на газон. Действительно, есть качественные изменения, люди стали меньше курить, действительно, и вообще даже практически нет случаев уже. Они привыкли к стюардам, стали более доброжелательными, вежливыми. Всегда приятно, когда тебе даже пожмут руку, поздороваются, пожелают каких-то приятных впечатлений на игре. Сейчас на Петровском работают 250 стюардов. Треть из них – контролеры-распорядители.
Учитывая, что почти все они имеют основное место работы, вопрос о том, кто сможет выйти на следующий матч, оговаривается заранее. Обычно на одном матче задействуется половина от общего штата службы стюардов. Я хочу помогать людям, и мне это нравится, у меня хорошо получается. Много иностранных граждан сегодня пришло, так что знание английского помогает мне. И вообще все очень весело, все очень дружелюбные и приветливые. Мне повезло побывать на матче как во время дождя. Несмотря на погоду, люди улыбками очень поддерживают, согревают. Даже несмотря на то, что шел дождь периодически, как бы комфортно, немного замерзли, но термос нас спас. Работая на стадионе «Петровский», человек получает опыт общения со зрителями и гостями спортивной арены. По окончании обучения и периода стажировки на стадионе стюард получает сертификат, позволяющий работать ему стюардом на любом стадионе нашей страны. В месяц, как правило, проходит не менее 4 спортивных событий. Работа оплачивается, но помимо денег разработана и система дополнительной мотивации. Энергия зрителей, она просто нереальная, и тепло к нам приходит, особенно когда гол, и ты понимаешь, что зрители встают и просто начинают аплодировать и кричать, и энергия вообще насыщает нас. Есть же, так сказать, абонементники постоянные, которые уже, ну, грубо говоря, подходят, здороваются, это тоже приятно. Даже вот этот запрет на курение, да, когда уже подходишь, они, конечно, все стараются там спрятать это. Когда подходишь, такие, ладно. Но это приятно все равно, потому что отношение все-таки к нам уже поменялось. Отлично реагируют, очень нравится им всем, нравятся стюарды им, нравятся. Они отлично очень общаются тоже с нами, и мы тоже уже не первый раз с ними уже видимся тут. Стюарды – первые, к кому зрители обращаются со своими вопросами, просьбами и пожеланиями. От того, как стюарды общаются с людьми, от решений, которые они принимают, зависит настроение зрителя, желание вновь прийти на стадион. Это те люди, которые знают все-все-все-все-все про стадион. Если вдруг у вас случится беда, вы где-то потерялись, вы не знаете, где ваше место находится, и вам нужна какая-то помощь, вы всегда можете к ним обратиться. Они очень доброжелательны и всегда рады, особенно детям, конечно же. Стюарды футбольного клуба «Зенит» пошли дальше и внесли новшество в свою работу на арене. Помимо основной работы, пристальное внимание уделяется семейному сектору. Ведется активная работа с детьми не только во время матча, но также до и после игры. Юные болельщики узнают, кто такие стюарды, разучивают вместе с ними речевки и потом с удовольствием кричат их во время матча на своем семейном секторе. Стюарды принимают активное участие в детских фестивалях, проводимых Академией футбола. Дети очень чувствуют человека, поэтому всегда надо улыбаться, быть добрым, проявлять к ним свою открытость, свои какие-то чувства, ну и, конечно же, заинтересованность. Как всегда, буду приветлив, улыбаться. Мои все коронные вопросы на входе, кто забьет, что они думают. Я люблю очень общаться с детьми, поэтому я думаю, что им понравится. Такое нововведение не остается незамеченным. О работе службы стюардов «Зенита» то и дело снимают сюжеты и пишут в прессе. Увеличивается и лояльность зрителей. По данным исследования, которое проводило на стадионе независимое агентство, удовлетворенность работой стюардов увеличилась в разы. Сегодня на стадионе работают только одни стюарды. Полиция в чаше арены не присутствует. Болельщики поддерживают такую идею и считают, что именно стюарды должны обеспечивать комфорт и безопасность на матчах. Хорошо справляются с работой. Да. Следят за всем, чтобы непосредственно на трибунах никто не курил. Ну, прежде всего, они мне нравятся своей доброжелательностью, тем, что они каждого приходящего на трибуну встречают не как потенциальную угрозу, а как одного из людей, пришедших поддержать команду. Мы их очень уважаем и любим, что они украшают. Они украшают это мероприятие. Мы с ней, кстати, уже давно знакомы с ней. Она нам помогает, то есть, соблюдать культуру и поведение. Не, молодцы они, девочки молодцы, то есть, конечно. Даже наш взрослых ребят, то есть, они дисциплинируют, то есть, она подойдет и всегда говорит, ребята, там, ну, ведите себя культурно. И все происходит нормально. Мы слышим очень много добрых слов о том, как наши ребята относятся к своей работе. И вдвойне приятно, что в лице службы безопасности, как одного из подразделений футбольного клуба «Зенит», люди видят не только подразделение, которое борется с правонарушениями на стадионе, но и то подразделение, которое в том числе участвует в обеспечении комфортных условий нахождения наших болельщиков на стадионе.
На любом мероприятии контролеры и распорядители — это первые и последние люди, с которыми непосредственно общаются зрители. Впечатление, которое они создают своей ответственной работы, способно обеспечить общий успех каждого мероприятия. Клуб гордится качеством работы своих стюардов, их обширным коммуникационным опытом и способностью оперативно разрешать любые конфликтные ситуации. Ведь вся эта работа делается с прицелом на новый стадион на Крестовском острове, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018. Стюарды, которые сейчас работают на Петровском, на новом стадионе будут старшими зон, а численность общей команды увеличится в 6 раз. Тот опыт, который сейчас нарабатывается на матчах, будет применяться и для подготовки спортивных волонтеров. В планах у центра стюардов оказать свое содействие тому, чтобы чемпионат мира в 2018 году прошел максимально успешно.